Не каждый день у нас кубок в Твери, плюс приехал Илья. Ну и свадьба не каждый день. Абсолютно верно, абсолютно. Так а почему свадьба и кубок? Потому что хоккеисты, Тверь, Илья. Согласна с мужем. И расскажи вот пару слов, почему сюда приехали. Ты знаешь, что это за кубок там, смотрела ли? Ну и Илья это наш тверской герой. Поэтому я думаю, что сейчас мы пойдем с ним еще и сфотографируемся. Да, да, мы сразу после ЗАГСа сюда приехали.